каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. С 1 сентября в России вступают в силу изменения в законодательстве. У школьников и студентов. Студенты, которые обучаются в вузах на бюджете с 1 сентября текущего года, получат повышенную стипендию. Выплаты увеличатся на 4%. В денежном эквиваленте это около 150 рублей. Минимальная же академическая стипендия будет 1633 рубля. До этого размер ее не менялся с 2014 года и составлял 1340 рублей. Дети-инвалиды теперь смогут посещать обычные школы, где будут созданы все условия для детей с ограниченными возможностями, а уроки физкультуры и труда будут адаптированы полностью под них. В банковской сфере. С 1 сентября в жизни россиян вступят в силу новые правила получения потребительских кредитов, но изменения не в пользу граждан. Статистика по кредитам показала рост задолженности перед банками. Чтобы снизить риски, регулятор увеличивает коэффициент с 60% до 140%. Почти 200% в зависимости от стоимости кредита. Из-за этого выросли ставки для граждан. Автомобилистам. С 1 сентября ужесточили штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Забыл дома, просрочил или не сделал. Все это обойдется штрафом от 500 до 800 рублей. Для начала штраф будут выписывать только раз в день, но далее при каждой проверке. Увеличат штрафы из-за отсутствия техосмотра. Теперь это можно отследить по камерам. За непройденный вовремя осмотр придется выложить до 2000 рублей. Создание наследственного фонда. Наследственный фонд – новое определение для россиян. С 1 сентября завещатель сам может контролировать движение имущества после своей смерти. Такое желание должно быть указано в завещании. После смерти создается специальный фонд, который контролирует волю умершего. Сейчас вступить в наследство можно только через 6 месяцев после смерти человека. С 1 сентября это можно будет сделать практически сразу. Судебные приставы Тувы провели очередной рейд по адресам должников-алименщиков. Накануне в рамках исполнительных производств судебные приставы республики посетили должников по месту жительства с целью проверки. В результате приставы составили 12 актов описи и ареста принадлежащего должникам имущества. В Кызыльском районе и в самой столице установили местонахождение трех алименщиков, находящихся в розыске. К примеру, житель столицы Тувы, накопивший долг по алиментам на содержание 8-летней дочери в размере 115 тысяч рублей, долгое время скрывался от сотрудников ведомства. Судебный пристав по розыску обнаружил мужчину, который все это время работал в одном из автосервисов. Сегодня на территории России, это не только на территории Республики Тува, объявлена акция по взысканию задолженности по алиментным обязательствам. То есть нами проводится обход адресов должников, которые задолжали по алиментам. Суммы варьируются в пределах от 20 тысяч до 500 тысяч. Если задолженность не будет уменьшаться и должник не будет предпринимать никаких мер для уменьшения задолженности, судебный пристав-исполнитель будет передавать материалы для возбуждения уголовного дела по статье 157 УК РФ. Кроме того, в отношении двух неплательщиков судебные приставы составили административные протоколы по неуплате средств на содержание детей, а двоим жителям Тувы, задолжавшим по алиментам свыше 230 тысяч рублей и около 70 тысяч рублей, суд назначил наказание в виде 1 и 3 суток административного ареста. Количество исполнительных производств, в рамках которых установлены источники доходов алименщиков, составило 10 исполнительных производств, а общая сумма денежных средств, взысканной в ходе рейдового мероприятия, составила 74 тысячи рублей. Внимание! Скидки 50% на меха в палитре. Например, шуба из норки была 196 тысяч, а стала 98 тысяч. Была 112 тысяч, а стала 56 тысяч. Купи и выиграй путевку на Кипр на двоих. Приходи в палитру. С 22 по 26 августа. СК имени Ярыгина. Универсальный магазин «Хозмаркет» ждет своих покупателей. Здесь вы можете приобрести все самое необходимое. Бытовая химия, косметика, канцтовары и многое другое. Сэкономьте время, а главное – семейный бюджет в магазине «Хозмаркет» в торговом центре «Империал». Второй этаж.
Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых жизней удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП уносит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способно сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. В Туве в результате лобового столкновения погибла женщина. ДТП произошло вечером 20 августа на территории Коахемского района. Установлено, что 28-летний житель Коахемского района, управляя Honda Accord, на 50-м километре автодороги Кызыл-Сарыксеп выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi Chariot. В результате ДТП на месте происшествия скончался пассажир Honda, 34-летняя кызылчанка. При осмотре транспортного средства было установлено, что погибшая на момент аварии находилась на переднем пассажирском сиденье. Оба водителя и двое пассажиров автомашины Mitsubishi госпитализированы в республиканскую больницу с различными травмами. По расположению ремней безопасности обоих автомашин подтверждено, что ни один из участников ДТП не был пристегнут ремнями безопасности. Роспотребнадзор, Минпросвещение, Рособорнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях. В предварительном документе органами управления образования субъектов Российской Федерации, местного самоуправления в сфере образования и общеобразовательным организациям с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничениях использования мобильных устройств связи в образовательных организациях. Методические рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта использования устройств мобильной связи школьниками, а также по итогам опроса общественного мнения, проведенного Министерством просвещения, Рособорнадзором и Роспотребнадзором. В ходе опроса 61% обучающихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить
ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях. Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса. Среди взрослых участников опроса, родителей и педагогов, с этим утверждением согласны от 83 до 90% опрошенных. Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания. В Туве стартует вакцинация против гриппа. В Туву поступила партия вакцин против гриппа в полном объеме в количестве свыше 188 тысяч доз, в том числе для вакцинации детей свыше 106 тысяч доз, взрослых 81,5 тысяча доз. Полученного объема вакцин достаточно для того, чтобы выполнить намеченный план вакцинации против гриппа. На этой неделе эпидемиологической службой Министерства здравоохранения проводится отгрузка вакцин в лечебные учреждения с соблюдением холодной цепи на специальном автотранспорте, оснащенным холодильными контейнерами, термоиндикаторами, терморегуляторами и терморегистраторами. Лечебные учреждения со своей стороны должны принять все меры для того, чтобы сразу же после получения вакцин начать вакцинирование населения. В прошлом году вакцинация против гриппа начата с августа и завершена в плановые сроки, что позволило повысить профилактическую эффективность принятых мер и, соответственно, не допустить критического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике. При этом напомним, в соседних регионах фиксировалась очень высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемиологи также считают, что вакцинация приносит максимальный эффект до начала осенних температурных перепадов и после отпускной и школьной скученности людей. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг – надежнее, чем 10 новых. Переплата по займам? Такая маленькая. Совсем малышка. «Отличные наличные». Ну, очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные, местами сильные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 21, плюс 23 градуса. Переплата по займам? Такая маленькая! Совсем малышка. Отличные наличные. Ну, очень маленькая переплата по займам. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.